Добрый день! С вами магазин «Кудеса чудеса». Сейчас у нас растущая луна до 14 октября, до самого праздника Самхэйн. В этот период, в период растущей луны, как правило, делаются ритуалы на богатство, подбирается защита, и многие ведьмы выбирают себе украшения и кольца для колдовской работы. В нашем магазине вы можете найти такое вот подходящее кольцо для ритуалов. А что такое вообще кольцо? Кольцо имеет форму круга, как и солнце. Солнце у нас является центром. Оно освещает нашу землю и дает свет для нас. Выбирая себе кольцо, обратите внимание на то, какое тотемное животное есть или, возможно, символ. У нас в магазине есть вот такие замечательные кольца. Смотрите, есть и с лисичкой, хранительницей горы, буйвол. Летучая мышь поможет открыть тайные знания и ясновидение, и поможет увидеть, кстати, в темноте всех врагов, которые у вас, возможно, есть. Дракон. Дракон, если вас выбирает, то это не случайно. Драконы редко выбирают себе друзей. Есть у нас еще и кольца с пентаграммой, с золотой рыбкой, с курочкой, куриная лапка. А еще, смотрите, у нас есть вот такие замечательные кольца, похожие чем-то на ведьмины шарики. Смотрите, в ведьминых шариках спрятаны собранные слуга цветы. Вот такое замечательное кольцо принесет достаток и изобилие. С лягушкой. Есть кольцо вот с такими замечательными грибочками, которое поможет настроиться вам с каналом леса. Также у нас есть и серьги, вот такие перламутровые, похожие на ракушку, переливаются. Смотрите, какие они красивые. Будут смотреться очень хорошо. Приезжайте к нам в магазин «Кудеса чудеса» для выбора защитного кольца и вообще кольца для вашей работы. Мы находимся по адресу улица Сервантеса, дом 3, корпус 3. До встречи!